Сталкивались ли вы с ситуацией, когда вам нужно реализовать крупный проект без дизайнера? Меня зовут Алина Дятлова, я пиар-менеджер компании Питера, и сегодня мы находимся в самом сердце Санкт-Петербурга, в гостинице «Невский берег». Мы покажем вам, как можно оптимизировать бюджет и укомплектовать крупный проект в Хорика с помощью команды Питера. Номера гостиницы «Невский берег» по адресу Невский проспект 122 находятся в историческом здании, построенном в 1871 году известным архитектором Августом Ивановичем Ланге. У дома очень богатая история, и сегодня это прекрасный отель в самом сердце Санкт-Петербурга. Дух и атмосферу того времени передают стены отеля, и его по праву можно считать одним из самых красивых в северной столице. Добрый день! Мы сегодня находимся в гостинице «Невский берег», и я задам несколько вопросов управляющей гостиницы Наталье Волнухиной. Наталья, здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, при реализации проекта гостиницы, ее отделки, какие задачи вы преследовали? Основная задача, которую транслируют наши собственники, повышение уровня комфортности наших номеров и повышение сервиса. Да? И мы решали основную задачу отделочными материалами качественно изменить вид наших номеров. Когда мы начали реализовывать этот проект, у нас были очень ограниченные сроки и бюджет, который нужно было уложиться. Угу. И как оцениваете вы и собственники полученный результат? На самом деле главная оценка – это оценка наших гостей. Мы проводим тестирование этих номеров и анкетирование наших гостей. И наши гости отзываются об этих номерах очень положительно, им очень нравится. Основной вопрос, который мы задаем нашим гостям: почувствовали ли вы более счастливыми себя в наших номерах? И чаще мы получаем ответ: да, все мы, участники этого проекта, считаем, что лучшее место там, где человек счастлив. Я вообще считаю, что у нас получилось очень хорошо, неожиданно, потому что мы не имели возможности привлечь дизайнеров профессиональных. Опять же, повторю, что был короткий срок реализации проекта. Нужно было очень быстро, в течение 3 недель, сделать косметический ремонт в 6 номерах. Это достаточно быстро. Да. И почему Питера? Потому что я их знаю очень много лет, на самом деле. Они большие профессионалы, я знаю, насколько качественные материалы применяются, да, и технологии, начиная от клея до колеровки. Все было сделано профессионально, быстро. И менеджеры, которые помогали мне с подбором, выполнили свою работу превосходно и очень профессионально. Одна бы я не справилась, потому что нужно было действительно собрать интерьер. Это достаточно сложно, не имея навыков. Я очень довольна вообще всем, что мы сделали. И мы подбирали вот, вплоть до каждой детали, какой будет оттенок у стен, текстиль. Да, все материалы для гостиницы обязаны иметь определенную сертификацию, да, что очень важно, да, сертификат соответствия на все, плюс пожарный сертификат, вплоть до тканей, да, ткани пропитаны антревирой. И, собственно, у Питеры все это есть, и плюс еще и монтаж текстиля. В общем, все было профессионально, очень довольна. Спасибо большое. Спасибо вам большое. Здорово. Давайте устроим рум-тур. Настенные покрытия – коллекция Neo Classic от бренда Milasa. Спокойные нежные обои, которые визуально не перегружают интерьер. Для сохранения гармоничного пространства мы подобрали краску в пастельных тонах от отечественного бренда Deruffa. В реализации этого проекта также использовали потолочные карнизы от Европласт. Шторы, саше и декоративные подушки были заботливо отшиты нашими сотрудницами из швейного цеха. Выбор пал на ткань Орли Вуаль с негорючей нитью. Портьерная ткань Тертекс, подушки и саше сшиты из ткани 5-я авеню от Фардо. Спасибо, что выбираете Питера. Если у вас есть похожий запрос или вам требуется помощь или консультация от Питера, мы рады и открыты новым проектам. Задавайте ваши вопросы в комментариях и пишите мнение об этом реализованном проекте.